Очередной акт вандализма. На дачном проспекте неизвестные полностью разукрасили бронзовую статую коня. Скульптура – подарок застройщика жилого комплекса. Стоит во дворе дома 17 по дачному проспекту. Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас злоумышленников ищет полиция. 3:20 ночи, четверо молодых людей в масках подошли к лошади с баллончиками краски. Один снимал на видео, а трое ее разукрасили всю с ног до головы. В синий цвет, хвост и гриву выкрасили в разные цвета, нарисовали крылья Пегаса и через 6 минут, положив баллончики в сумку обратно, убежали в неизвестном направлении. Всех жителей окрестных домов расстроил факт вандализма. Возле скульптуры любят играть дети, она нравится и взрослым. Теперь, чтобы отмыть бронзового коня от краски, придется вызывать специальную службу. Кстати, в сентябре 2011 года вандалы уже покушались на лошадь. Тогда злоумышленники раскачали скульптуру и уронили ее на бок.